Всем самый добрый день, мои хорошие. Приехали к одессочке. Но тут оно пошла жара в хату вообще. Ребята, с пилой. Как я организовала мальчиков. Они уже все дерево спит. Остановитесь уже в конце концов. Хватит. Я взяла пасочку, пару яичек. Новый цветочек. Петя, спасибо, он вырывает траву. Уже... О, представляешь, цветок пророс! Ты чувствовал, как ты с этим, с корнем выдрал? А там, да, там же дырочка для дренажа. Вот этот выбросим, я так думаю. Или помыть его. Я сейчас его помоем, уже вина отойдет. Алло, сейчас. Ничего опасного уже нет. Все, спасибо огромное. Чтобы вот эти ветки не падали просто. Глянь, как классно. Спасибо, ребят. Спасибо огромное. Сейчас Бонечка как всегда с нами. Да не то, ты не то, что взяли. Я даже не ожидала такого. Хотела одну ветку, чтобы вы спилили, и все. Ну, прям огромное вам спасибо. А пацаны подготовлены пришли. Вот сейчас и помянете как раз. За кусон оно есть. Я сходила, забыла в машине свечу. И еще такой фонарик я ему купила. Это мы с Кристиной были. А в Джамбо? Или с кем я покупал? Боже, ребята, хватит, остановитесь. Вы сейчас еще его выкопаете. Остановитесь. Хватит, хватит. Фонарик такой на фотоэлементах, да. И свечечку. Я ж пошла машину взять. Смотрю, у мальчиков уже набор, полный набор. Все, вот это сейчас приведем в порядок, и классно. Моя душа будет спокойна, что на Пасху мы все поприбирали. Бонечка, ложись, отдыхай. Боже, бедный Боня, уже ты поводок на шее, на ушах. Зайчик, что это такое? Ложись, сыночка. Мы ж только выкупались. Можно и на кладбище полежать. Почему нет? Слушай, остановись, остановись, оставь. Оставь ему тенек, оставь. Оставь тенек, пусть ему уже будет. Боже, сколько может. Хватай все, боже, завелся. Я завелась, останови меня. Ладно, если нужно будет, все дерево. Спасибо, дорогой. Ну что, наливайте себе и сразу и закусывайте, и похмеляйтесь. Одиссей был бы рад. Боже, что-то хорошие ребята. А? Надо пошли. Земля. Земля, где мы можем землю взять? Ну, было вещи по пустоте, не? Конечно, было вот так вот до нас. Это ж как, ну, представляешь, насколько оседает земля. Для тех, кто не мог. А? Да. Да, правильно. Ну и себе налейте, что. Ой. Ой, Петя, спасибо вам огромное. Вань, спасибо. Сейчас мы все выставим, эти цветы, свечечки зажжем, и будет красиво. Пополиваю это все цветы. Вот это поэтому этот цветок так долго и хранится. Он прямо расти здесь начал. Я тебя не хочу поливать, потому что ты зарыл. Не, меня я водку вообще не пью. Я шили вино или конья. Так куда мне я зарыл? Да давай, что ты стесняешься. У вас есть что? А, есть. Я водку вообще не пью. Не, я не выделываюсь, поверь, мы раньше с девочками, как собирались, организовываем день рождения где-то в ресторанчике, в кафешке, и рассчитывалась водка по бутылке на лицо. Но тогда по 0,5 в основном было. Да, вот так рассчитывалась. Не знаю почему. Мы девочки были. Еще те. Петя, ты положи в лицо швабру, выпей и закуси. Ну как раз вам по яйцу вареному и пасочку себе этого поешьте. Да уже поливали, уже сколько можно, он уже весь полит. За меня. Да. Ну так слава богу, гляньте, какая красота у нас. Свечечка горит. Еще на фотоэлементах я поставила. Новые цветы, свежачок. Красоте невероятная. Ветки спилены. Ой, Одиссей.
Поблагодари мальчиков, приснись им. Спасибо, ребятам, большое. Класс. Слава Богу, мы домой уже приехали. Кристиночка, привет, дорога, тебе тоже. Ты знаешь, да, этот уже цветочный базар недалеко от Одиссея. Я ему купила цветы, а мне, взгляни, подарки еще подарили. Мне подарили базилик. И я не знаю, я думала, это гиацинт, но это не гиацинт. Пасочку тоже себе взяла. Да я всем пасочки взяла. Ребят домой отвезла. Прыгай, давай, выходим. Думаю, с ладочкой возле дома идем. Ребят домой отвезла, взяла ему выпить и закусить. Я говорю, не, я с вами ни с кем тут не останусь. У меня еще куча дел. Ой, я же вам себя не показала, какая сегодня красивая. Секунду. Будем, давай покажем наш аутфит. Сейчас, деточки, в очки мальчики. Якось мы вас поставим. Только не падайте. Красивенько. Дуже гарно, симпатично. Да, вот так. Красиво. Так, ну шо, аутфит. Давай, якось цигель. Та потихонечку будем домой идти. Уже, не знаю, уже 12 час. Ну, когда вы все успеваете? Я рано встаю. Я очень рано сегодня встала. Да я вчера рано встала.